Добро пожаловать в посольство Королевства Нидерландов в Москве. Прежде всего, позвольте мне сердечно поздравить Библиотеку иностранных литератур со столетним юбилеем. За целый век работы библиотека стала известна во всей мире, в том числе и в Нидерландах. В наше время библиотеки – это не только места, где можно на время взять книги, это центры просветительской деятельности. Библиотеки становятся дискуссионными площадками, куда люди приходят, чтобы услышать мнения других и сформировать свое собственное мнение. А к библиотеке иностранных литератур у нас особенное отношение, потому что именно там уже много лет работает НФИК НЕСО Россия, голландский образовательный центр. Какая же нидерландская книга обязательно должна быть на полках иностранки? Я считаю, что это «Открытие небес» Хари Мюллеса. Эта книга особенно подходит именно для библиотеки иностранной литературы, потому что она пока не переведена на русский язык. Читатели иностранки могли бы прочитать ее на многих языках мира, в том числе на английском, немецком и французском. В 2007 году роман «Открытие небес» был выбран лучшей книгой, когда-либо написанной на нидерландском языке. Буду очень рад, если появится ее перевод и на русский язык. Спасибо.